Творческий вечер нашего земляка, поэта и писателя Геннадия Коврова состоялся в историко-культурном центре. Вся жизнь Геннадия Геннадьевича связана с творчеством, литературой и экранным искусством. Свое первое стихотворение автор написал в 8 классе. Он считает, что именно любовь к прекрасному раскрывает душу человека и помогает реализовать себя в этом мире. Для любого нормального человека характерно, то есть он хочет как бы понимать, зачем он живет, во имя чего, так сказать. Собственно, об этом и как бы мое творчество, в основном мои стихи, они гражданской тематики. Хотя, в общем-то, потом появились и лирические, там, любовные, о природе, там, как-то сам даже удивился. Как известно, талантливый человек талантлив во всем. В последнее время наш герой увлекся актерским искусством. Он посещает театральную студию в Центре социального обслуживания «Вера». Его коллеги по постановкам были приглашены на встречу в ИКЦ, чтобы познакомиться с творчеством автора. Это интеллигенция. От них аура такая теплая идет. Ну, во-первых, люди знают, много знают. Если пишет, это значит, опыт есть. В планах у Геннадия Коврова издать сборник своих произведений, а также создать творческую мастерскую, где могли бы заниматься начинающие авторы.